Сегодня помощь придет к вам, откуда не ждали. Это сильная судьбоносная молитва. Для закрепления силы молитвы обязательно поставь крестик. Отрыгну сердце мое слово благоглаголю, а сдела мои цареви. Язык мой трость книжника скорописта, красе доброты и паче сынов человеческих. Излияся благодать во снах твоим, сего ради благословить Бог вовек. Припаяши мечтой по бедре твоей сильне, красотою твоей и добротою твоею, и на лице и успевай царствуй, истинной ради и кротости и правды, и наставить один одесница твоя, стрелы твои изощрены сильны, люди под тобой падут в сердце враг царевы, престол твой Божий во век века, жезл правости, жезл царствия твоего, возлюбилась и правды, и возненавиделась и беззаконие, сего ради помазать тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, паче причастник твоих, смирно и стахте и коси от рис твоих, от тяжести слоновых, из ниже возвеселишь отя, дщери царей в чести твоей, предста царица одесную тебе, в ризах позлощенных одеяна преиспечрена, слышащие вещи преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, и вожелает царь доброты твоей, занятой есть Господь твой, и поклонишься ему, и чтить и равоздары лицу твоему помолятся богатей людстей, вся слава чщери царевой внутрь, рясны золотыми одеяны преиспечрена, приведутся царю девы вслед ея, искренние ея приведутся тебе, приведутся в веселье и радовании, ведутся в храм царев, вместо отец твоих быша сынови твои, поставишь я князи по всей земли, помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся тебе век и во век века.